Новая свалка к Новому году. В Юрге началось строительство первой очереди полигона твердых бытовых отходов. Старый полигон, или проще говоря, свалка, просуществовала в Юрге 17 лет и к настоящему моменту полностью исчерпала свой ресурс. Поэтому было принято решение о строительстве новой площадью около 10 гектаров. Сегодня по периметру полигона уже установлено ограждение. Высажена защитная полоса из деревьев, обустроены подъездная дорога и площадка под хозяйственную зону. Подготовлен участок складирования. Полигон будет разбит на так называемые рабочие карты глубиной почти 6 метров каждая. Особое внимание уделено экологической составляющей проекта, разработанная система отвода осадков, выветривания и не только. Первый слой будет захораниваться на 2,5 метра, закрываться грунтом. Потом будет разрабатываться следующая карта. Также будет первый слой засыпаться бытовыми отходами и возвращаться в первую карту, засыпаться вторым слоем. Потом это все будет закрываться грунтом, засыпаться черноземом и будет посадка травы.